Так, небольшая накладочка вышла. Всем привет на моем 38-м стриме. И я продолжаю проходить игру Life Force. В тот раз я остановился на 6-м уровне. Да, я после каждого уровня делаю save state, потому что эта игра мне уже мозг вынесла, но пройти я ее хочу. Привет, Dark Angel. Так, не слышно? Или не слышно было в начале? Просто у меня почему-то микрофон отвалился программно. Я перезапустил стрим. Вроде должно быть слышно сейчас. У меня показывает, что микрофон работает. Или ты про то, что слишком тихо? Сейчас. А, да, что-то он тихо слишком включен. Вот так вот должно быть лучше. Все, вот так лучше должно быть. Нормально? Отпишитесь там, все слышно. Вот. А, пеки, да, это я балуюсь с движком Farcer Physics. Вот. А, Тора, а что ты хотел постримить? Серьезно, FF, что ли? Ну, я что-то это... предупредил бы хоть. Я-то бы FF с удовольствием посмотрел. Ну, хочу эту игру пройти все-таки. Давай, я допройду игру за часик, потом ты FF. Так, продолжаем. 6-й уровень. Я уже забыл, что тут к чему. Так. Мне нужно взять ракеты. Опа. Хорошо, начало хорошее. А, нет, а что ты хотел? Блин, не взял. Так, ну... я не знаю, не, наверное, все-таки ракеты не буду брать, наверное, общество надо взять, по-любому. О. Я и забыл, как тут все жестко. Опа. Не, ну это жесть. Да, я долго буду сейчас еще привыкать к этому всему действию. Как бы от этого всего-то уворачиваться, да это же нереально. Лол. Ой, жесть. Ага. Ну, Тор, ну давай. Я вообще хотел сегодня два стрима сделать. Вот эту игру пройти и покемонов. Но, в принципе, если хочешь, давай это... ну, я тогда пройду и посмотрим на твою упоротость. Да что такое? Я вот от этих цветных шариков пока вообще не понимаю, как уйти. Даже с ракетами это нереально. Ну вот как? Вот надо просто запинать, что ли, с какой стороны стоять. Непонятно. Вот куда сейчас? Опа, ну вот и что я должен был делать? Да это печалька просто. Да, с такими темпами я долго буду проходить, а что делать-то? Я, к сожалению, не вижу никакого способа, но пройти надо. Игру пройти надо. Не, ну Тор, просто если ты будешь стримить, я хочу это посмотреть. Может, надо лазер взять? Вот я думаю, может лазер взять. Но хотя я до него нет, я его не могу взять, я не столько бонусов мне не попадается. Это надо собрать все бонусы, чтобы лазер взять. Это нереально. Тут... я вот не пойму, они чисто статично летят или... или нет, или на меня. Может быть, мне нужно постоянно летать лево-вправо? И тогда оно меня не коснется. Ну,
Так. Вот и лазер. Ну посмотрим, что это мне даст. Так чувствую, что оно мне ничего особо не даст. Но... Да, чтобы в самом начале его не потерять. А может быть это даже хуже лазер. Ну как-то непонятно. Потому что да, он же не все время стреляет. Ну лол. Да, но это печально. Да я вообще не могу пройти. 4? Какие 4? Не. В этой игре я не знаю, что какие-то 4 были официально. Если бы тут были какие-то читы, я бы ее в детстве прошел. Либо, может быть, просто мне не попадалось, типа, в книжке читы к ней. Странно, у меня была книжка с читами, я не понял, что там было к этой игре. Или ты между какие-то баги какие-то, которые можно юзать. Или что? Так, ну это, в принципе, оружие тут эффективно, но... Не настолько. Да это жесть вообще нереальная. Просто. Нет, я что-то явно делаю не так. Ну, что здесь можно еще сделать? Я не понимаю. Как это вообще можно пройти? Я понимаю, если бы у меня хотя бы он летал очень быстро, влево-вправо, там, вверх-вниз, тогда бы еще можно было понять, что надо просто, типа, там, реакцию крутую. Но он же медленно летает, я не могу от них уклониться. Что я делаю не так? Вот это вопрос. Ну, вот опцию возьму, но оно мне что особо даст. Оно почти что ничего мне не даст. О. А, я вообще об огонь умер. Понятно. Не-не, в этой игре нет читов. Даже на уровне нет читов, насколько я помню. Вообще никаких. Бесчитерная игра такая. Ну не знаю, здесь, по-моему, брать что угодно бесполезно. Ну возьму опцию, но, по-моему, вообще тут что то берешь, вообще никакой разницы. Я погибаю на одном и том же месте всегда. Вот как от них вернуться-то, ну? Сейчас целая куча на меня полетит, и я с ними вообще ничего сделать не могу. Вот здесь, да? Вот. Или что-то могу сделать, но я не знаю. Вот может быть я просто так плохо играю, но... Вот жесть же. А-а-а! Да ладно, я прошел этот момент. Значит, все-таки реально. Еще и жизнь дали. Так, тихо, что там дальше? Что за бильярдная доска? Ой, это что? Подстава на подставе, просто. А-а-а. Тор, ты хотел туху? На. Да что ты делаешь? Так, ракеты я удачно взял.
это явно. Да, ракеты очень удачно взял. Ну хоть ты увидел, что дальше по уровню я ходится. О! Так, это что еще тут? Это мне вообще не нужно. Уберите! А, заберите это! Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас зажмут все-таки. Ух ты ж. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, я до босса дошел? Что за жесть? Это вот это босс? Нет, это жесть какая-то. Это бред. Ну жесть, я до босса дошел почти. Не, а я бы не застримил, потому что это мозг вынесет. Так, ну ладно. Я вижу, что уровень пройти реально, надо просто меньше крабить. Все понятно. Я в тот раз брал опцию, значит надо опцию брать. Довольно-таки напряженно, когда со всех сторон все летит, я не могу долго в такое напряжение играть. О! Ну, теперь я без опции, наверное, тут ничего сделать не смогу. Или смогу. Далее. Ну, надо сделать сейф, наверное, когда я первый континуум беру, потому что с нулями жизнями это смысла нету. Так, лазер. И опция. Все равно буду пытаться, потому что надо тренироваться. Как же от них убегать от всех? Оп, оп. Ну там, которые резкие летят, от них вообще жесть увернуться. По крайней мере для моей реакции. Так, все делаю сейф здесь. Так, все. Морпех, привет. Занак, я не знаю, что такое Занак, к сожалению. Даже на какой-то платформе. И о чем вообще? Типа, что типа вот это что ли игра? Ну я как бы не рад. Я эту игру прохожу только потому, что я в детстве в нее играл. И все. Придется лазер взять, потому что. А зря я лазер-то взял. Вообще. Надо было ничего-то не брать. А, нет, да то же самое, не надо. Я это не прям фанат сильно. Ну хотя я гляну, ну посмотрим. Она такая же хардкорная или она легче? Да, причем эти штуки наводятся именно на меня, а не... Да что я делаю? Они наводятся на меня, а не на... Они просто вниз летят. В детстве проходил. Ну, может быть, тогда нормально. А может, и просто хардкорщик, я откуда знаю. Так.
Так, опцию взял. Так, уворачиваемся от всякой не очень. Так, где-то сейчас быстрые полетят, вот их надо сразу мочить. А, все-таки задел. Я опцию не взял. Да что ты делаешь? Ну вот, ноль жизни опять. Ну я прошел этот момент хотя бы, и мне жизнь дали. Но я же не смогу без смертей пройти до босса. Или босса ты там без смертей, ну в общем. Да что ты... Так, а зря я ракеты не взял. Вот это я зря сделал. Да что ты... Ну вот и... В общем, я даже до босса не дойду. Мне тут предлагали пройти вообще, то есть сохраняться на следующем уровне, только если я прошел предыдущий без смертей. Ну это, конечно, прикольная идея. Я бы еще год, наверное, стримил эту игру. Хотя этот уровень, в принципе, последний, но все равно. Вроде бы последний, а может быть и не последний, я точно не помню. Я даже цель перед собой не убил. О-о-о. Не видите скрытого смысла? В каком смысле? Да что я не вижу? Так, ладно. Забыли. Этого никто не видел. Так, надо опцию взять. Да, да что такое? Нет, я даже не буду пытаться, ну, чтобы время не терять просто. Начинать уровень без грейдов или быть максимальным грейдом, что ли? Да ладно, я бы лучше вот так, чем... Ну, в общем, не, я думаю, все-таки проще так. Потому что я бы просто не начинал бы уровень, понимаешь? Я бы просто не начинал бы следующий уровень, в этом суть. А я не собрал нифига. Ну ладно. Тогда придется хоть Ripple взять. К тому же я на предыдущих уровнях, как правило, собирал все, что мне надо. Да. У меня просто скорости не хватило вернуться. Я вот, например, видел, что мне надо сейчас увернуться от него. Но я как увернусь, если я... У меня корабль медленный, как черепаха. Это же жесть полная. Ну надо же. С двумя жизнями. Может засейвиться. Пека-пека. Ракеты взял. Так, а эти можно уничтожить? Вот. Будет уже легче. Да, это круто. А зачем скорость? Я так и не понял, что мне скорость дает, честно, за все время игры. Вроде скорость корабля она не увеличивает, а что она увеличивает?
Если я спорю, Тор прав, ну может. Ну не знаю. Неважно. Уже не важно. Да. Ну, что могу сказать? Бывает. Ничего не поделаешь. Придется миклить. Так. Ай-яй-яй, еще вот эти штуки, это вообще неприятность. Да что ты, опять ноль жизни. Ну хотя бы я до ботов не дошел. Вроде бы нельзя убить, звука нету, что я не попадаю. Обычно же звук есть, когда попадаю. Ну, в смысле, когда я попадаю эффективно. Ну, по крайней мере, не таким оружием, надо хотя бы с опциями, наверное. Вспомни там один из предыдущих уровней, где были эти, не знаю, как назвать, типа коконов, что ли, из которых там вылетали синие шарики. Не, я не буду, если в самом начале смерти, сразу загружаюсь, опять же, да, чтобы просто наше с вами время не терять на бесполезную попытку тупо. Ох. И опцию отлично взял. Самый все-таки такой доставляющий момент, это с этими шариками летающими. Весь остальной уровень вообще терпимый абсолютно. Я его могу при желании пройти и без смертей там, ну просто надо потренить чуть больше. А вот это полная жесть. Ну реально, это просто вообще полная жизнь. Я без понятия, как это нормально проходить. Иногда получается, иногда не очень. Ну вот сейчас получилось, вот не странно. Так, берем всякие вкусняшки. Ракета обязательно. Музычка круче, а мне тут, кстати, нравится музычка. Странно, неужели там еще круче? Так, сразу таки уничтожаем. Фух, у меня 3 жизни. Надо не про это. Ну, короче, не испортить момент. Так, лазер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нет, о. Еще бы одну опцию взять, было бы вообще круто. Я не знаю, лазер, наверное, не стоит брать. А может стоит, тут не могу пока решить. Так. Вот пробую уничтожить эту фигню. Да, можно уничтожить, лол. Правда, как-то это сложно. Лол. Ну, в принципе, можно при желании. Да... Хоть опцию собрал. Да куда ты делаешь, ну... Уберись ты уже. Да что ты не вздыхаешь-то, ну? Сколько тебе там здоровья-то? Ты же не босс еще, ну. Вот теперь настоящий босс, я так понимаю. Или нет? Не понял. Тут что, босс просто в прохождении? Или это просто он такой длинный у него подход? Блин.
А что, я понял, в принципе. Ну, как бы, что я сделал? Ну, это была сейчас моя лучшая попытка. Опа, вот это была моя худшая попытка. Какой-то эмулятор я неудачно выбрал. Тут нету горячей клавиши на load state. Приходится каждый раз выбирать файл. Так, и что я пропустился? Блин, да что такое? Что-то я это не могу понять, то ли я уже запутался, то ли что. Эмуляторы все ультра. Не помню, почему именно его выбрал. А, потому что, по-моему, здесь только здесь у меня заработал Гицуфумада на английской версии. Да что такое-то, а? Реально какой-то бред пошел уже. Так, сосредоточился. Да что-то я мало собрал. Ну ладно, мало собрал, это не так страшно, как жизнь потерял. Ну ладно, хоть трипл возьму. Хотя, конечно, проблемка будет на шариках этих. Так. Кстати, сейчас быстрые надо обойти или уничтожить. О, все-таки задели. Да ну, с двумя потерями это уже потери. Ну это практически уже перспектив нет. Так, опа, надо не попасться на эти уловки. Ага, огонь. Что-то как-то она неудачно вышла. Да. Печально. А вот они что делают, оказывается. Первый раз их действие увидел. Да. Ну. Ничего, посмотрим. Если будет совсем все плохо, то, ну, не знаю. Начну, наверное, сейвиться посередине уровня. Одну опцию взял. Ну, пока что я играю, это всего полчаса, так что можно еще упарываться и упарываться. Правда, я не факт, что с каждым разом я играю все лучше и лучше, потому что я начинаю уставать. И меня начинает это уже раздражать. А, все-таки задело. Под самый конец уже. Ну ладно, хоть две жизни. В принципе, нормально.
Да. Ладно, ракета взял. Одна жизнь. Не бой стрима. Я так чувствую, сегодня я отхвачу минусов. Потому что еще немного я буду юзать сейф стейт внутри уровня. Ну ничего, сейчас пока еще держусь. Девять минусов. А типа плюс 9 зрителей, ну. О, ну хоть опцию возьму. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, все, ну иду куда ж ты, ну. Ну ладно, опцию хоть поймал второй раз. Одна жизнь, это печально. Ух ты, чуть ее не потратил. Так, ракета обязательно. Ой, так как же, ну чё же я так, о, лоб, опцию собрал, это прикольно, но... Нет, я же в Боше играл, ты знаешь. Ну, Боше проще, чем здесь, потому что там сейвы на каждом шагу. Ну, по крайней мере, на той сложности, которую я играл. А тут сложность выбрать нельзя. Чем мне больше было проще играть, потому что я знал, что... Я, во-первых, играл уже не на стрим, ну, по сути, да? И мне было проще. Я, ну, надоест, там, подгорит у меня, ну, выключу и фиг бы с ней. А эту игру мне надо пройти. О, какая же жесть. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай, есть. Вот сейчас бы так засейвиться хочется. Вот я идеально прошел начало. Так, что мне еще собрать? Наверное, вторую опцию по-любому надо. Есть у меня две опции. А, я ракеты не взял! Лол! Я ракеты не взял! Ну вот и потерялась эту опцию, потому что надо было ракеты брать. Да я затупил, жесть. Ну это просто закраблено. Так, ракеты берем. Тоху? Да я не играл в нее. Ну, то есть я понял, что это, ты мне рассказывал тысячу раз, но я так и не играл, я даже не видел. Так, ну это неудобно. Ой, я об стену умер. Лол. Это бред. Так, эту бы убить бы, но я не могу ее убить никак. Иди.
Ой, сейчас зажмут. Или нет? Что-то не вздыхаешь. Так. Ну, ноль жизни, это понятно. Ну, посмотрим, хоть докуда дойду. Ну, недалеко дошел. Ну, Тор, ну да, тебе это прекрасно. Вот. Мне не самая лучшая роль досталась. Так. Ну, в принципе, эти шарики я стал проходить чаще и чаще, но пока непонятно, все равно нестабильно слишком. С опцией явно проще, тут по-любому опцию надо брать в начале, это я уже понял. Так, надо быстрее валить в первую очередь. Это я понял. Ох ты ж, ну... Все-таки не всегда получается. А без опции, возможно, вообще не пройду. А, ну ладно, прошел. Так. Ракеты взял. Почему скорость надо брать? Можно объяснить, что она вообще делает? К тому же, если возьму скорость, мне не хватит на опцию. Там я впритык беру бонусов. Так что... Так, лазер может взять? Возьму-ка лазер. Ускоряет корабль разве? Почему-то я этого не замечал. Сколько раз не пытался заметить, что-то не замечал я этого. Так. Да, с лазером тут походу эффективно. Да, с лазером нормик. Или нет. Или да. Да, с лазером ништяк. Так, у меня две жизни. У меня есть лазер и ракеты. Хорошая попытка. Фух. Не закрабить, не закрабить, не закрабить, не закрабить. Жизнь дали, жесть. Это полная жесть. Что же дальше там будет? Походу босс настоящий. Что это такое? Почему так все медленно движется? Меня это пугает. О, походу что-то... Какой-то мега-мега босс. Что с ним делать? Мне что, надо будет в этом маленьком пространстве тут крутиться? Ой. Ты кто? А я могу сюда заливать? Нет. Блин, я попробовал. Блин. Так. Как я тут должен орудовать-то в этом пространстве, лол? Ему только в бошку надо попадать.
Но это, по-моему, первый сложный босс после второго уровня. Я вообще не попадаю в бошку. Блин. Черт. В принципе, не... Так, ну это была фигня какая-то, я так понял. Это еще был не босс. Это была только предварительная стадия. Ой, ну хоть бы бонусов накидали, ну лол. Обязательно так медленно? Так, я не это имел в виду. Я не это имел в виду. Нет, 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 нет. Да вы чё, офигели что ли? Чё за жесть? У меня ноль жизней. Лол. А как? А как я это должен был пройти? Она же закрылась. Я не понял. Ну чё, прошёл? Я планету сломал? О, лол. Да, затравил. О, как неужели? Не, ну все равно, даже этот босс, ну... Что этот босс по сравнению с уровнем? Как-то это даже, это же не это... Уровень имба по сравнению с боссом. Просто дисбаланс, реально. И что, это титры? Канами. Я понял, что Канами сделала игру, и чё? Сейчас скажут, это был не последний босс. Не, не скажет. А то я геймпад уже кинул на стол. Не понял. Это чё, прикол такой? Это прикол такой или что? Чё-то я не понял. Чё за жесть? Ну, continue, я начинаю с 6 уровня, правильно? Первого? СК-2 ушел у тебя, Тор. В смысле ушел? Короче, ладно, игра затравлена, но игра пройдена. Отлично. Так что... Второй круг? А что на втором круге нового? Можешь сказать? Ну, в общем, ну, пока напиши там, раз знаешь. На этом игра пройдена, второй круг я явно проходить не буду. Оценка игре у меня следующая. Ну, то есть, сам геймплей хороший, музыка мне нравится, графика неплохая. Но, конечно, слишком хардкорная, но могли бы хотя бы бесконечный континью сделать. Уже бы можно было играть. А так, ну, как бы, игра не для всех. Ну, то есть, на картридже ее проходить далеко не каждый сможет. И я бы не смог. Вот, потому что, ну, не знаю, надо... Ну, игра, в которую надо тренироваться, там, не знаю, год, наверное, играть, чтобы пройти полностью. Ну, у кого-то там есть предрасположенность, конечно, к хардкорным играм, ну, тебя пройдут быстрее, но мне было бы сложно. Вот, поэтому, ну, все равно оценка у меня игре высокая, но я не знаю, там... Наверное, 8 из 10, ну, потому что плюс еще воспоминания такие с детства хорошие, они часто играл, бывало. Правда, даже третий уровень не проходил, но это так уже мелочи. Ну, в общем, на этом стрим закончен. Раз там Тор ничего не хочет стримить, то, наверное, сейчас постримлю еще покемонов. Посмотрим.
Вот, а на этом всем пока. Если вопросы, замечания, предложения, жалобы есть, можно писать в чат. Ну все. Всем пока.